Открытый диалог. 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 С Александром Непомнящим. Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Ну что, давайте-ка начнем с космических достижений Израиля. Да, Израиль буквально с вчерашней ночи, дня вашего дня или утра, я не знаю точно, какое у вас время было, стал космической державой. Ну, пока еще не совсем стал, но уже, так сказать, борется за право быть. Дело в том, что сегодня, нашей ночью и вашим днем, если я правильно понимаю, с Канаверала, то есть там, откуда приличные все улетают, американская ракета понесла целый ряд спутников. И трэмпом к этим спутникам присоединился и небольшой космический аппарат Израиля, который полетит не только вокруг Земли, но и полетит на Луну. Лететь он, правда, будет очень долго и прилетит, если все будет удачно, приземлиться, приурниться, точнее, на Луну 11 апреля. То есть, ого, сколько времени. Фокус тут в том, что ради экономии топлива он летит по очень хитрой траектории, фактически как бы кружится вокруг Земли, все понемногу наращивая один из радиусов эллипса, то есть вот один из фокусов эллипса, и удаляясь от Земли, приближаясь к Луне. То есть при том, что расстояние между Землей и Луной 384, ну, порядка 400 тысяч километров, он пролетит 6,5 миллионов километров, налетает. Но оказывается, что это зато сэкономит ему топливо. Проект этот не государственный, хотя на последних этапах государство Израиль немножко тоже приложило усилия и вложило деньги, но в принципе это был частный проект, и в общем именно поэтому у него есть два очень важных аспекта. Во-первых, этот проект, если он будет удачным, он докажет состоятельность малобюджетных космических исследований. То есть Израиль покажет, что можно в общем небольшими деньгами, если не ошибаюсь, речь идет о 100 миллионах, можно запустить аппарат на Луну и развивать космическую, так сказать, космические, бороздить просторы космоса, не вкладывая в это очень большие суммы. И забегая вперед, скажу, что в общем технологии, которые израильские инженеры применили вот, на разных этапах этого космического аппарата, в том числе при унении, они уже проданы Европейскому космическому агентству. То есть в этом смысле, конечно, израильтяне молодцы, никуда не денешься. Так сказать, аппарат еще не приунился, но технология уже запатентована и продана европейцам. Ну, а второй аспект очень важный — это дети. Огромное количество израильских детей, которые были вовлечены в эту программу. И здесь есть место рассказать немножко подробнее о том, как все начиналось. Начиналось все 12 лет назад, в 2007 году, когда Google на пару с еще одной программой, одной компанией, они предложили вот такую интересную идею. Они сказали, мы объявляем конкурс. Кто в мире сумеет запустить или отправить, неважно как, доставить космический аппарат на Луну, который должен приуниться, послать несколько снимков на Землю и переместиться по лунной поверхности на определенное расстояние, тот получит от нас приз. Главное условие — это не должен быть государственный проект. То есть любительские команды, дерзайте. И в Израиле возникла группа энтузиастов, буквально на ровном месте. То есть просто люди, которые не были связаны с космосом никак. Один там был инженер, другой был программист. Сначала их буквально было три человека. Они встретились в кафе, набросали тут же на салфетке, так сказать, что им нужно для полного счастья. Потом они нашли спонсоров, и постепенно этот проект стал обрастать все большим и большим количеством участников, потому что все, кому они это рассказывали, в общем-то, вдохновлялись самой идеей, действительно, так сказать. А почему бы Израилю тоже не стать космической державой? Надо сказать, что в то время, когда я писал об этом статью в 2013 году, и в то время, в общем, изначально было 33 команды по всему миру, которые взялись за это дело, но к тому времени уже треть команд отпала, оставалось только 22 команды, причем у Израиля были наиболее продвинутая позиция. В общем, даже можно было предположить, что в ближайшие годы, ведь снова повторю, речь шла о 2013 году, Израиль сможет запустить свой космический аппарат. Тут надо оговориться. С самого начала было понятно, что Израиль не запустит сам ракету. То есть изначально предполагалось, что Израиль соорудит аппарат, который будет выведен за пределы Земли
на спине, на холке какого-нибудь, какой-нибудь ракеты, и, кстати, запускаемый теми странами, которые это делают давно и умеют. Ну, тогда предполагаю, что наверняка, скорее всего, это будет Россия, потому что, в общем, у нее такая... она выводит спутники различные, и, в общем, это, видимо, дешевле тогда, чем казалось, чем в Америке. Вот. И главное, это, кстати, разработка израильская была именно в том, чтобы потом долететь до Луны, приземлиться на Луну, послать фотографии и продвинуться по лунной поверхности. И там как раз израильтяне напридумывали кучу всяких разных идей, то, что, в общем, характеризует израильские стартапы, израильский хай-тек, то есть какое-то неожиданное решение для сложной проблемы. Например, по заданию конкурса нужно было проехать, там я не помню, сколько там метров. Так израильтяне решили, что ехать — это сложно, это колеса, это механика, это все удорожает и утяжеляет. Можно просто прыгнуть и аккуратно приземлиться. То есть пролетаешь то же самое расстояние и без этой всей механики с колесами, сцеплениями и прочим. Ну и, конечно, были там технологии и похитрее. Как я уже сказал, постепенно это уже стал проект не трех человек и двух спонсоров, это стал проект, который спонсорами, которым оказались крупные израильские компании. Но, опять же, это было все-таки не государство, хотя часть этих компаний — это государственные компании. Тем не менее, это все-таки был не государственный проект с самого начала. Но, в общем, были сложности. И вот если, когда я писал в 2013 году, я думал, что, может быть, в 2014-2015 это уже все произойдет, как мы видим, это произошло только в 2019 году. И запустил этот космический аппарат в космос американская ракета, как я уже сказал, которая выносила сразу целый ряд спутников, и израильтяне подсели туда Трэмпом. Вот. На сегодня все те команды, которые начинали, они все не сумели дойти до финиша, то есть никто не запустил. И если в 2013 году можно было предположить, что если Израиль запустит в ближайший год, то он станет третьей державой, третьим государством, которое сумеет посадить свой космический аппарат на Луну после СССР и США, то, в общем, не знаем, что недавно китайцы нас опередили, китайцы слетали на Луну, но не сами слетали, послали свой аппарат. Так что теперь израильтяне, если все пойдет удачно, будут четвертым. Ну, тоже неплохо, да? И таким образом 11 апреля, то есть на второй день, через два дня после выборов в Израиле, как бы они ни закончились, будем надеяться, что они закончатся хорошо, израильский космический аппарат прилунится. Я уже сказал про детей, которые были вовлечены в проект. И, на мой взгляд, это вообще самая важная составляющая вот всей этой истории. Потому что даже когда казалось, что, может быть, из этого проекта ничего и не выйдет, и, в общем, ну, сложно запустить космический аппарат на Луну. И я в какой-то момент, когда, в общем, шли годы, а его все не запускали, я подумал, что, наверное, все-таки сорвалось. Но изначально было понятно, что проект все равно выигрышный. Почему? Да потому что ребята, которые его инициировали, они создали вокруг этого проекта огромное количество программ для детей, начиная от детского садика и там младших школьников, которым они приходили, рассказывали о своем проекте и давали из бумажки складывать, вырезать там, и склеивать космические корабли, и кончая уже старших школьников, которые в рамках своих каких-то школьных проектов рассчитывали какие-то определенные... проводили какие-то определенные расчеты, необходимые, так сказать, для симуляции полета. Видимо, так сказать, помогали тренировать deep learning сети, то есть нейронные сети, которые там задействованы в этом аппарате и так далее. То есть в итоге огромное количество школьников израильских разных возрастов было охвачено этим проектом. И, конечно, как вы понимаете, это стало огромным стимулом для многих детей к изучению физики, математики, конструирования, инженерии. То есть, в общем, то, что ради чего стоило затевать этот проект. Поэтому я и думал, что даже если не полетим, все равно мы уже выиграли. Но оказалось, что мы еще и полетели. Так что теперь пока что... Вот сегодня уже сообщили, что полет идет нормально. Какие-то возникли сложности с тем, что солнечная радиация оказалась сильнее, чем рассчитывали. Но вроде бы успокаивают нас организаторы проекта. Все под контролем, и пока никаких больших проблем у нас нет. Так что поживем, увидим. 11 апреля, возможно, Израиль уже официально и окончательно станет четвертым государством в мире, посадившим свой космический аппарат на Луне. С чем мы вас и поздравляем от всей души. Ну, а теперь давайте перейдем к выборам. В каком состоянии находится, ожидать ли нам каких-либо сюрпризов? Вот об этом. Да, ну, вместе с запуском космического корабля у нас произошло еще одно знаменательное предвыборное событие. У нас закрылись партийные списки.
То есть до вчерашнего дня еще можно было составлять партийные списки, партии могли склеиваться друг с другом или, наоборот, распадаться, менять состав. Вчера они должны были все прийти в избирательную комиссию, сдать список своих, так сказать, кандидатов, название, получить букву, с которой они будут, которая, с помощью которой, так сказать, на которой будет нарисовано на их избирательном бюллетене, и таким образом официально зафиксировать все идущие на выборы 2019 года в Израиле партии. И вот вчера избирательной комиссии даже пришлось продлить время приема этих заявлений от партий, что очень по-израильски, на самом деле, потому что, вот опять же, мы говорили про запуск космического корабля. Была такая шутка в Израиле: как в Израиле запускают космический корабль? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, минуточку, секундочку, еще немножко, поехали. Вот так и здесь тоже. Вроде бы в 10 часов должны были закрыться последние списки. Списков было много, они все стояли в очереди, они говорили, что их нужно всех принять. В итоге продлили до полуночи. И в Израиле в итоге зарегистрировалось 47 партий. Это абсолютный рекорд. Еще никогда в Израиле такого большого количества партий не регистрировалось перед выборами. И тут, конечно, надо сразу понять, что есть набор партий более-менее нормальных. Ну, то есть, так сказать, классических, которые идут на выборы, которых мы знаем, которые участвуют в политической жизни страны. Добавить к ним даже те, которые, в общем, может быть, не пройдут, но это все равно известные, существующие партии, которые как бы хорошо организованы, у них есть действительно своя структура. И все остальное — это вот такой вот, как бы, такая пена. Пена эта складывается из... Она бывает трех видов, скажем так. Часть — это реклама. То есть люди, которым не жалко выбросить эти деньги, они используют их для продвижения какой-то идеи, либо коммерческой, либо идеологической. То есть, например, у них есть какая-то идея фикс, они хотят ее донести до людей, зарегистрировав себя как партию, они сумеют сейчас получить эфирное время и нести свою чушь, так сказать, в общество, рассказывая про то, какой их там, значит, их компания или их идея замечательная. В принципе, конечно, такие вещи избирательная комиссия должна как-то фильтровать, но не всегда это возможно, потому что человек, так сказать, будет говорить, что это его действительно, он хочет такую партию, ему обязательно это нужно, и никуда от них не денешься. Толку от них, конечно, никакого нет, и вреда, как правило, тоже, потому что в крайнем случае за таких людей голосует он сам, этот человек, допустим, еще несколько его сторонников. Ну, и иногда они вообще снимают свою, так сказать, партию перед самыми выборами, уже говорят, что ладно, мы никуда не... Есть просто сумасшедшие, да, ну, так сказать, не без них. Удивительно, но бывают сумасшедшие с достаточным количеством денег, которых тоже не жалко потратить эти деньги, чтобы вот создать вот такой ажиотаж вокруг себя. Ну, и есть те, которые назло. Так, например, бывший депутат от партии Ликуда Орен Хазан, так сказать, прославившийся в предыдущую каденцию тем, что он, кстати, вел себя как клоун, мы говорили о нем в наших передачах предыдущих. В общем, парень он неплохой, иногда он говорил даже очень по делу. Но вся вот, весь его нарратив, вся его поведенческая линия, она вся была такая клоунская, а Ликуд все-таки это партия власти, это партия серьезная, там таких клоунов не любят. И на праймерис он улетел на непроходное место, и тут он обиделся, хлопнул дверью. И теперь он идет отдельной партии, деньги у него, так сказать, как у депутата парламента есть, да и он вообще не парень, не бедный. И таким образом, вот он уже является, скажем так, проблемой, потому что он человек известный, и какое-то количество безответственных людей может за него проголосовать. И может так случиться, что вот те самые сотня другая людей, которые за него проголосуют, поддерживая как бы вот этого классного парня, из-за них в итоге не пройдет какая-нибудь правая партия настоящая или недополучит мандата, и в итоге мы получим, что правый блок уступит левому блоку. Поскольку в Израиле ситуация очень всегда напряженная, очень тонкая. Есть фактическое равенство между, грубо говоря, так сказать, нормальными сионистскими партиями и религиозными партиями вместе с одной стороны, и левыми партиями и арабами с другой стороны. Поэтому каждый вот такой вот Орен Хазан может здорово напортить жизнь всему государству. Но, к сожалению, так сказать, это тут дурость не только его, но и тех людей, которые его поддерживают. В этот раз, как я уже сказал, один из моментов — это то, что в Израиле как никогда много партий. То есть такого количества сумасшедших еще никогда не было. Скажем, есть десяток партий, там дюжина партий нормальных, все остальное — это вот такие вот фрики, такие вот сумасшедшие городские и безответственные безобразники.
Вот. Но, в принципе, второе, как бы, второй важный момент на этих выборах, что все, в общем, закручивается вокруг одного человека. По сути дела, это выборы не столько правых против левых, не столько выборы сторонников страны, целостности страны Израиля против сторонников уступок, сколько выборы тех, кто за Нетаньяху, и тех, кто против Нетаньяху. И это удивительно, конечно. Впервые в истории все выборы в Израиле строятся вокруг одного человека, одной личности. Ну, личность, конечно, неузаурядна, тем не менее. Собственно, Нетаньяху прочитал эту ситуацию раньше других. И последние недели, вот вплоть до самого последнего момента, до закрытия вот этих вот списков, он, оставив в значительной мере другие дела, занимался тем, чтобы уменьшить количество правых непроходных партий. Потому что безответственность разных правых политиков, как бы считающих себя очень уверенными, что вот только их идеологическая линия, она абсолютно правильная, все остальные, они проклятые предатели, и нельзя с ними объединяться ни за что, ни под каким предлогом. Мы понимаем, что это, конечно, не столько даже безответственная дурость, сколько вот такой вот эгоцентризм и опять же, инфантильность. Так вот, нужно было как-то минимизировать количество таких безумных людей, которые пойдут и, скорее всего, не пройдут, потому что электоральный барьер в Израиле высокий. Нужно собрать как минимум 160 тысяч сторонников, набрать 4 мандата из 120. А это непросто. И даже существующие движения, раскрученные какие-то персонажи, часто, опыт, так сказать, прежних лет доказывает, не проходили этот электоральный барьер. А сейчас последний раз он был еще немножко повыше, поднят. Поэтому нужно было сделать так, чтобы как можно меньше вот таких Оренов, Хазанов, безумных людей, которые пойдут и это разорвут в правом лагере голоса, отнимут и выбросят их в помойку. Потому что если проголосовал за партию, которая не прошла, то голос был выброшен в помойку. Более того, по сути дела, потом при общем пересчете как бы получается, что ты проголосовал немножко из-за левых, потому что твой голос не считается, соответственно, голоса левых, ну и правых тоже, естественно, он становится более весомым. Так вот, Нетаньяху занимался тем, чтобы согнать в одну команду группу правых партий, которые, так сказать, соревновались между собой, кто из них более правая, кто из них более красивая, умная и замечательная, и не готовы были уступать друг другу ни в чем. И это, конечно, лично меня потрясло, то есть я, в общем, относился к этим партиям с симпатией. Это партии, которые выступают за целостность страны Израиля, они очень принципиальные. И, так сказать, в отличие от Ликуда того же, так сказать, никогда не предлагали никаких компромиссов. И их идеологическая платформа мне очень близка. И вот эти люди, которые декларируют, что самое важное для них — это целостность страны Израиля, вдруг начинают вести себя как трехлетние дети в песочнице. И ссорятся, кто будет в красной панамке, а кто без панамки, а кто будет, так сказать, третьим в этой команде. И Нетаньяху, как воспитательница, просто сидел и постоянно и уговаривал их, чтобы они перестали ссориться, договорились друг с другом, соединились вместе, потому что тогда бы у них появился шанс, тоже не гарантированный, но все-таки какой-то шанс, что они не угробят голоса, получат больше 4 мандатов и пройдут в КНЕС. То есть не пропадут зря голоса людей, которые их поддержали. В итоге, для того, чтобы уговорить вот эту бывший Мавдаль, бывшая как бы правая такая партия, Мавдаль — это партия религиозных сионистов, которая называется теперь Еврейский дом. Потом было еще национальное объединение Ихуд Леуми, возглавляемое сейчас Смотричем. И партия Отсма Иудит, которая, по сути дела, является партией учеников, сторонников Рава Каана. Вот. Так вот, наконец, они все вместе, втроем договорились идти вместе для того, чтобы убедить религиозных сионистов из Мавдаля, Еврейского дома, создать технический блок с партией сторонников или последователей Рава Кахана. Нетаньяху действительно, так сказать, проявил просто чудеса политической изобретательности. И в какой-то момент он им сказал так: смотрите, вот у меня в Ликуде, я как глава партии, по договоренности, по голосованию, которое у нас было на праймериз, могу поставить любого человека на 28 место. 28 место для Ликуда — это проходное место, потому что Ликуд получает там 30, может быть, немножко больше получит. 28 место — это надежное место, реально. Я возьму у вас человека, поставлю его на это место, в мою партию, а потом он может к вам после выборов вернуться. То есть такого вообще в Израиле... Я понимаю, что когда вам, американцам, немножко это все дико, потому что у вас вообще другая система, вам, наверное, вообще непонятно, как это. Но для израильтян это что-то вообще совершенно невероятное. То есть вот одна партия, вот другая.
А тут берут человека из одной партии, проводят его вместе с другой, а потом он возвращается в свою партию. И это все как бы, в принципе, все по закону. То есть никаких нарушений закона здесь нет. Это просто никому раньше в голову такое не приходило, чтобы Нетаньяху пошел на это, чтобы убедить вот этот самый религиозных сионистов перестать вертеть носом и создать технический блок с сторонниками Рава Каханы. В итоге это ему удалось, действительно. И вот теперь на правом фланге сложилась такая картина. Во-первых, есть Ликуд, он четко проходит, и задача, конечно, у Ликуда набрать как можно больше мандатов, чтобы, стать самой крупной фракцией, и чтобы президент предложил именно Нетаньяху, то есть главе Ликуда, начать переговоры по созданию коалиции. Вторая партия проходная — это партия, так называемые «Новые правые», созданная Беннетом и Шакет, ушедшими вот из еврейского дома. И третья фракция — это технический блок трех маленьких правых партий. Вот. В таком раскладе, в общем, все неплохо, потому что все эти три партии вроде бы сейчас по всем вопросам гарантированно проходят, и голосуя за них, ты гарантированно не выбрасываешь свой голос на помог. Вот. Проблема еще есть партии Зеут, партии Моше Фейгина. Об этом, может быть, мы поговорим чуть попозже, после перерыва. Давайте Александр, давайте попробуем принять звонок, прежде чем идем на перерыв. Очевидно, это связано с этой темой. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Можно говорить? Да, пожалуйста. Вы знаете, оно, конечно, вдохновляюще очень звучит, вот то, что вы сказали, что, слава богу, Нетаньяху удалось объединить эти правые партии и дать им понять, что впереди. Но, вы знаете, я была, как бы, знаете, такая параллель колоссальная между тем, что у вас происходит и у нас происходит. Это уже давно, но сейчас особенно. Когда я прочитала про эту партию Кахоль-Леван, который возглавляет эти три генерала и примкнувший к ним Яир Лапид, они тоже говорят об исторических переменах, так же, как наш когда-то первый мусульманский президент Обама. Вы понимаете, как у вас работает средство массовой информации? Какая как бы пропорция между левыми средствами массовой информации и правыми? Потому что народ, вообще-то говоря, на 90% всегда это аморфная масса, которая слушает одно и то же, как бы. Поэтому если до них не довести, что означает то, что они говорят, исторические эти перемены, несмотря на такие огромные успехи, которые сделала партия Ликут во главе с Нетаньяху для этой страны, то очень плохо будет. Скажите, пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Спасибо. Окей. По поводу исторических перемен, которые обещает новая партия, вообще об этой самой новой партии, я думаю, что я скажу уже после перерыва. Я хочу подробнее о ней рассказать, потому что действительно это большая проблема, это большая угроза. И на самом деле все совсем не радужно. То есть вот я говорил, что Нетаньяху как воспитательница буквально сидел в этой песочнице с этими, так сказать, инфантильными, безответственными лидерами правых партий. И он отменил свою встречу с Путиным, позвонил и сказал, что, так сказать, прости, друг, ну или не друг, но я к тебе не еду в Москву, и мы пока не встречаемся, потому что у меня тут есть дела, встретимся в другой раз. Так вот, все-таки он разрешил эту проблему, но выборы впереди, и выборы абсолютно не гарантируют сейчас правым победу. Об этом я скажу подробнее. Что касается конкретного вопроса по поводу средств массовой информации. Средства массовой информации в Израиле примерно так же, как в США. То есть львиная доля масс-медиа, у вас нет государственных СМИ, у нас есть еще государственные СМИ, но у вас и частные СМИ в значительной мере тоже, они все один левее другого. И в Израиле это тоже так. Но у вас есть и правые СМИ тоже, например, Fox News. И у нас в последнее время тоже, в общем-то, возникло и телевизионный канал, 20-й канал, такой более правый, и газета «Исраэль Айом», которая, так сказать, занимает более, так сказать, близкую к Ликуду позицию. Но главное даже не это, а то, что значительная часть общества сегодня в Израиле, не знаю, как в США, гораздо меньше ориентируется на традиционные средства массовой информации, то есть газеты, радио и телевидение. Но радио еще туда-сюда, потому что люди едут в машинах, люди слушают радио. Телевидение и газеты — умирающие формы СМИ, и гораздо большее влияние оказывает именно средства массовой информации через социальные сети и сайты. И вот там Нетаньяху использует все технологии точно так же, как Трамп. Нетаньяху в Фейсбуке постоянно выдает какие-то ролики, где говорит через голову всех агентств и через всех СМИ,
с обществом, рассказывает, говорит то, что он хочет сказать, никто ему не может там прервать, потому что его собственный ролик, его собственная социальная сеть. И в этом смысле, конечно, все-таки сегодня израильское общество открыто для разных позиций, разных подходов, не так, как это было в прошлом. И это хорошая, хорошая ситуация, хороший признак. То есть есть плюрализм. Ты можешь слушать, что ты хочешь, ты можешь слушать, кого ты хочешь, и ты можешь сам выбирать, какую информацию и в каком виде ты будешь получать. Но, как я уже сказал, выборы, несмотря на то, что действительно вы правы, абсолютно Ликуд, назовем вещи своими именами, Нетаньяху, потому что об этом, если успеем, мы сегодня тоже поговорим. И, к сожалению, в израильской политике есть только два по-настоящему интеллектуальных политика. Один из них Нетаньяху, о втором я скажу, если успеем, чуть позже. И выборы далеко не гарантируют победу правому лагерю. Давайте сделаем перерыв и вернемся к этому через после рекламы. Открытый диалог. 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 С Александром Непомнящим. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот на прошлых выборах в Кнессет наш госдепартамент выделил энную сумму для помощи левым партиям. И даже я слышал случаи, когда из Иордании возили туристов, которые из одного избирательного пункта до другого ездили целыми днями у вас там в Израиле и голосовали за левых. Слава Богу, это им не повезло, а вот ныне это будет учтено, и будет ли это контролировать, или все так же будет продолжаться, как в прошлые разы? Спасибо. Ну, давайте я напомню, что в прошлый раз, когда были выборы в Израиле, в Белом доме сидел Барак Обама, который плевал на американские законы, естественно, плевал на израильские законы, и они выкручивали ситуацию, то есть они не платили напрямую левым партиям, они создали в Израиле как бы общественную организацию, которая помогала, откуда деньги, никто не знал, но мы понимали, что это деньги пришли, или если не напрямую из Госдепартамента, то от тех спонсоров, которым Госдепартамент сказал туда положить деньги. Совершенно понятно, что сейчас Трамп этим заниматься не будет, потому что он гораздо больше, чем Обама, уважает американские законы. И он уважает Израиль гораздо больше, чем это делал Барак Обама. Ну и, наконец, Трамп не тот человек, который любит швыряться деньгами американскими на не очень понятные цели. И уж точно, если бы он стал помогать, он стал бы помогать не левым. И тут как бы я могу заметить один момент. В Тель-Авиве на центральной трассе висит колоссальный предвыборный плакат. Как бы на нем всего два человека изображено и два слова. На этом плакате Нетаньяху пожимает руку Трампу, оба страшно довольны друг другом и собой, и над ними написана «Другая лига». То есть, как бы, чего тут добавить еще? И это понятно, что это Ликуд использует вот те особые отношения, которые у Израиля сейчас сложились с Америкой, те особые отношения, которые есть у Трампа и Нетаньяху, для того, чтобы показать, вот, мол, типа, посмотрите, как бы, можете ли вы представить себе другого израильского политика, достигшего такого уровня уважения в мире, что американский президент, который... Понятно, что такой плакат нельзя было бы повесить, если бы Трамп не разрешил бы как бы воспользоваться его изображением. Вот. И понятно, что Трамп не стал возражать на просьбу Нетаньяху повесить такой плакат. Таким образом, как бы опосредованно, или даже не совсем опосредованно, он подыгрывает Нетаньяху. Вот. Но по поводу финансовых вливаний со стороны левых, отследить это сложно, тем не менее это отслеживается. И есть много общественных сегодня организаций справа, которые этим занимаются и стараются пресечь. Но мы еще не вошли в финальную стадию, предвыборную. То есть вот буквально вчера только закрыли списки, видимо, сейчас все это начнется. Так что... Ну что, вот перейдем к следующей теме. Если время останется, вернемся к выборам или продолжим про выборы? Я бы хотел продолжить вот описать действительно одним из неожиданных поворотов закрытия вот этих самых списков стало создание и формирование блока, который назывался «Бело-голубой». Вот, можно было пошутить там на разные темы, но, в общем, не до шуток. На самом деле, напомню, что бело-голубой — это цвета израильского флага. И это также, кстати, вот во время 12 лет назад, во время размежевания, во время проекта Шарона по депортации евреев из Газы, сторонники этого проекта, они носили такие бело-голубые ленточки.
а противники, то есть сторонники сохранения еврейского присутствия в Газе, оранжевые. В этом смысле появление вот этой бело-голубой партии — это прямая аллюзия на партию, на вот размежевание Шарона, на одностороннее отступление, и я об этом хотел бы сказать немножко более подробно. Итак, эта партия — это слияние партии генерала Ганца и Лапида, то есть две крупных левых партии, которые позиционируют себя как партии центристские, но достаточно, так сказать, чуть-чуть внимательнее посмотреть на них, чтобы понять, что это партии абсолютно левые. Они фактически заменили собой традиционную левую партию труда, которая вообще сдвинута куда-то на задворки левого лагеря. И вот это вот объединение на энтузиазме, скажем, вот этого единства, в которую вошли три бывших начальника генштаба Израиля, кроме Ганца, еще Яалон и Ашкенази, и вот сам Лапид, этот блок как бы становится сейчас самым крупным по опросам и обходит даже Ликуд. Вот. Другое дело, что смотреть на опросы сразу после вот таких всех поворотов неожиданных немножко преждевременно. То есть посмотрим, как это будет дальше, через неделю, например. И, скорее всего, я предполагаю, что количество мандатов у этого блока снизится. Таким образом, все-таки они будут идти ноздря в ноздрю с Ликудом. И хотя, в принципе, у левых нет большинства. То есть сегодня по всем опросам, даже при том, что блок Ганца и Лапида, бело-голубые, стал самым крупной фракцией, как бы самой крупной партией по опросам, вместе с левыми партиями и арабами, им не хватает буквально 1-2 мандатов для 61, до 61, то есть до создания коалиции. Но и здесь нужно понимать, что, во-первых, стоит какой-нибудь маленькой правой партии пролететь на выборы, и все сразу перекосится, они получат при новом пересчете, они получат недостающие мандаты. А с другой стороны, в том, что мы называем правый блок, то есть партии, которые не являются откровенно левыми или антисионистскими арабскими партиями, есть партии оппортунисты, которые легко могут перейти в другой блок, в левый. И, к сожалению, так сказать, поэтому если у Ликуда не будет очевидного преимущества, если не Ликуд, то есть не Нетаньяху будет формировать правительство, то, конечно, может получиться очень нехорошая ситуация, при которой действительно Ганц и Лапид окажутся во главе страны. Что это, так сказать, нам несет, трудно даже себе представить, но я буквально только два момента укажу. В новой этой партии бело-голубых Ганца и Лапида на пятом месте глава профсоюза. То есть сколько бы эти люди ни говорили, что это партия центристская и правая, глава профсоюзов, то есть человек, который хочет разрушить израильскую экономику, преуспевающую одну из самых сильных экономик сегодня в мире, и превратить ее в экономику Венесуэлы, он на пятом месте. То есть он при их заходе во власть, очевидно, получает какой-то серьезный портфель министерств. Ну и второе, буквально незадолго до вот всех этих коллизий предвыборных, израильский такой синг-сенг, то есть мозговой трест INSS, опубликовал программу, так называемая программа обустройство израильско-арабских, израильско-палестинских, имеется в виду палестинские арабы, отношений. И вот, по сути дела, они представили программу, что характерно, они сказали, вот да, мы, значит, они перечислили все ошибки одностороннего размежевания в Южном Ливане и в секторе Газа, сказали, что это было совершенно ужасно и неправильно, и что экстремизм арабов, арабской стороны, лишает нас возможности подписать какое-то долгосрочное разумное соглашение, и тут же перешли к тому, что они предлагают сделать, по сути дела, если, так сказать, убрать всю семантику и все эвфемизмы, то они предлагают новое одностороннее отступление только в Иудее и Самарии. То есть, по сути дела, сохранение за Израилем только крупных поселенческих блоков, удушение, уничтожение, ликвидация еврейских поселений, причем ликвидация не так, как во время размежевания, быстрая, а просто перестать их развивать и оставить их на произвол судьбы, то есть забрать оттуда армию. Не буду сейчас перечислять все пункты этой программы ужасно, но самое важное, что эту программу, кто ее писал, кто ее разрабатывал. Ее разрабатывали среди ее разработчиков три генерала: Бенни Ганц, Габи Ашкенази и Буги Яалон. То есть те три самых человека, которые вместе с Лапидом сейчас слепили вот этот самый крупный блок. То есть мы очень четко представляем себе, что сделают эти люди, когда они придут во власть. Что бы они нам ни рассказывали, что они центристы, что они сионисты, что они любят Израиль, и что они просто против коррумпированного, в кавычках, да, мы-то понимаем, что в кавычках, коррумпированный Нетаньяху, это люди, которые ведут за собой главу профсоюзов, то есть человека, который мечтает сделать из Израиля Венесуэлу,
И это люди, которые готовят так называемое одностороннее размежевание в Иудее и Самарии. Одностороннее размежевание, если убрать все пустые слова, это уничтожение, ликвидация еврейских поселений с помощью и нанесения колоссального урона безопасности страны. Потому что это то, о чем всегда правые говорили, что это ситуация, при которой пулеметчики арабские будут просто рассматривать улицы Тель-Авива и любого практически израильского города через прицелы даже не снайперских винтовок, а просто, так сказать, через обычный прицел. Вот. Это ситуация, при которой не будет в Израиле вообще места, не простреливаемого террористами. И вот это то, что они нам готовят. И, конечно же, вся надежда на то, что израильское общество как-то проявит, проявит ответственность и не поведется на, ни на левую ахинею, то есть не проголосует за левых, но также проявит ответственность и не будет голосовать за партии, которые могут не пройти электоральный барьер. Как я уже сказал, сегодня в правых партиях, но если убрать отдельно религиозные, ультрарелигиозные партии, то есть партии Харидим, есть сегодня три партии, которые заведомо гарантированно проходят. Это партия Ликуд, это партия Беннета «Новые правые», и вот этот блок правых партий, в который входит бывший еврейский дом, национальное единство, и они называют себя «Отсма Юдит», еврейская мощь, кстати, сторонники партии Рава Каана. Вот три варианта. Все остальное — это партии, которые могут не пройти. Я сейчас говорю без шут. По опросам все они, так сказать, либо точно не приходят, либо балансируют. Это значит, что человек, голосуя за них, очень высоко рискует. Рискует тем, что правый блок проиграет, и придет Ганс со всем своим односторонним размежеванием. Давайте попробуем принять звонок. Александр, радиослушатель, давно на линии. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, говорить, да? Да, пожалуйста, приглушите радиоприемник. Да, уже, уже. У меня такой вопрос к Александру. Первое, можно ли где-то с ним связываться? Например, вот его статьи, если я там, предположим, там какой-то комментарий сделаю и попрошу там какой-то его общественный имейл или что-то в этом роде. Это первое. Или, и кроме того, я хочу спросить. Вот сейчас вот в «Экономисте» появилась такая статья, но я вообще-то не очень экономист уважаю, хотя он очень такой замечательный журнал, якобы знаменитый. Но я его считаю продемократическим таким. Там статьи пишутся без авторов. Там такая статья есть «Facts on the ground. Future of the Holy Land». Значит, это статья с графиками серьезными, и кончается она примерно такой фразой. Значит, есть, это создает тройную дилемму для Израиля, но тут все рассматривается по дороге. И последняя статья такая – но чем больше постоянная эта оккупация становится, тем больше это рискует сползание по направлению к апартеиду. В общем, я совершенно не верю этой статье. Я хочу, чтобы... но она, с другой стороны, очень такая серьезная. Я хочу, чтобы Александр ее прочел и дал свое мнение каким-то образом. Я могу оставить свой имейл на вашем этом, редакции или как-то. Okay. Давайте сделаем так. Связаться со мной проще всего вам через Facebook. У меня есть открытый Facebook. Я поняла. Хорошо, через Facebook. Спасибо большое. Прочтите эту статью, пожалуйста. Это от 21-2-19, вот эта статья в «Экономисте». Okay. Спасибо. Большим количеством подобных статей. Я не могу обещать вам, что я буду читать эту статью «Экономиста» по одной простой причине. Статей, которые наукообразно пытаются обосновать необходимость Израилю отступить из Иудеи и Самарии, и якобы иначе наступит апартеид и прочее, 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 такой демагогии, я не знаю, как в Америке, в Израиле пруд пруди. И только ленивый левый уже не написал на эту тему трактат. Все это чушь, самое откровенное. И лучше всего, вот, так сказать, эту чушь развеивает такой замечательный израильский востоковед Гай Бехор, который иногда действительно берет эти данные и показывает, что все ровно наоборот. И решение израильско-арабских отношений не через отступление Израиля, которое ведет на самом деле к ликвидации всего государства, потому что Израиль становится нежизнеспособным, отступая вот к линиям, которым нас пытаются оттереть. А решение через, так сказать, дальше начинаются уже варианты.
Одни предлагают, говорят, что только трансфер, то есть только переселение арабов в другие страны. Другие говорят, что можно и сожительство. Третьи, например, как Мордехай Кейдар, говорят о возможности создания таких маленьких анклавов, когда каждый город фактически арабский становится отдельным эмиратом. Вот. В каком-то смысле автономным, но в то же время не государственность. Арабы не получают государственность. Об этом можно много и отдельно говорить. Разумеется, все, что называет Израиль апартеидом или угрожает, что Израиль скатывается в апартеид, это все политическая пропаганда, марксистская, откровенно лживая. И даже если она подкреплена каким-то количеством графиков, это не делает ее менее лживой. Поэтому это адженда тех людей, которые ее писали. Спорить с этим можно, но, в общем, проще сразу говорить, как оно есть. То есть говорить не почему они не правы, а что есть на самом деле. И вот этим я стараюсь заниматься, и в том числе переводя на русский язык статьи Гая Бахора, который, на мой взгляд, это делает великолепно. Спасибо. И давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Приглушите радиоприемник ваш. Слушаем. Да, пожалуйста. Алло, добрый день, Александр. Во-первых, я хотел у вас спросить по поводу того, что было сообщение, что американцы 16 миллионов потратили на то, чтобы ракетами с лазерным наведением обеспечить ливанскую армию. Это во-первых. Во-вторых, каков вариант того, какой прогноз того, чтобы инициативу Либермана по поводу того принятия, принятия клятвы от арабов для того, чтобы дальше существовать, вообще может это пройти или нет. На мой взгляд, это абсолютно необходимо. И третье, я понимаю, сейчас проходят всякие слухи, и уже утечка идет из того, что предлагает Трамп, и вроде бы там речь идет о том, чтобы отдать Иудею, Самарию арабам. Но это абсолютный бред, и может ли в этом случае Израиль просто отказаться от того, чтобы принимать участие в этом сговоре? Спасибо, я послушаю по радио. Окей. По поводу инициативы Либермана, я вам скажу так. Либерман большой мастер, перед выборами особенно, говорить красивые и пустые слова, которые воспламеняют сердца людей, не понимающих, как на самом деле работает политическая система, которые не понимают, что нельзя в демократическом государстве одних людей, так сказать, заставить принимать какую-то клятву, а других не заставляет принимать какую-то клятву. Но потом он благополучно об этих всех обещаниях забывает, пройдя в Кнессет на голосах, так сказать, возбужденных своих избирателей, и тихо сидит до тех пор, пока, так сказать, не наступают новые выборы. Поэтому, что касается, так сказать, требования от арабских жителей давать клятву, возможно, что в этом есть что-то. Но, опять же, в демократическом государстве нельзя сказать, что арабы будут какую-то клятву приносить государству, а евреи не будут. Можно было бы, конечно, всех обязать такую клятву приносить. Но это, в общем, гораздо сложнее, например, чем даже провести закон о национальном достоинстве, национальном характере государства Израиль, которое это правительство, кстати, сумело провести, а Ганс и Лапид хотят отменить и, так сказать, порушить этот закон. Поэтому, видимо, все-таки решение не в том, чтобы ловить араба на улице и требовать от него лояльности, а как-то по-другому разруливать эту ситуацию. К сожалению, вот я не записал. Сергей, вторая часть вопроса какая у нас была? Вы знаете, что, Александр, у нас остается буквально 3 минутки времени, поэтому я хотел, чтобы мы коснулись темы вот скандала Израиля и Польши. Хорошо, тогда буквально в 3 минуты я увожусь, коснувшись скандала с Польшей, а на вопрос нашего радиослушателя я отвечу тогда в следующий раз в начале передачи. Значит, по поводу скандала с Польшей. Действительно, мы в прошлый раз говорили с вами, что Нетаньяху удалось погасить скандал, который попытались раздуть израильские журналисты, когда спросили его, когда он находился в Польше на конференции, организованной израильтянами, американцами, международной против Ирана, по поводу того, что там поляки убивали евреев, а поляки приняли, мы помним, закон, который запрещает говорить, что поляки убивали евреев. Нетаньяху человек умный, он сказал, были поляки, которые евреев убивали. Против этого не поспоришь. Но он не нарушил польский закон, и он не обвинил весь польский народ в том, что они занимались убийством евреев. И это на самом деле правильно, потому что надо хорошо помнить, что при том, что поляки действительно, многие поляки убивали евреев,
Были тысячи поляков, расстрелянных немцами, нацистами, за то, что они спасали евреев. Есть тысячи имен поляков, увековеченных в Израиле, как праведники народа мира, то есть люди, которые спасали евреев. И польское правительство в изгнании было единственным правительством Европы оккупированным, которое издавало приказы и указания о том, чтобы подпольная армия, польская армия Краева, занималась спасением евреев, защитой своих граждан, как бы польских граждан еврейской национальности. Поэтому нужно как бы это, к этому вопросу подходить очень аккуратно. А вот что у нас произошло. Произошло следующее. Нетаньяху в последнее время как бы добился почти что президентской республики. Он у нас премьер-министр, он же министр иностранных дел, он же министр обороны. То есть все три главных портфеля у него в руках. По сути дела, конечно, он не рулил этими министерствами. Там были свои генеральные директора, профессионалы, которые этим занимались. А он только осуществлял политическую, как бы политическое курирование. И это было очень хорошо, потому что, как я уже сказал, он единственный, ну, два в Израиле, на мой взгляд, два интеллектуальных политика. Один из них Нетаньяху. И все было хорошо, но левые подали, конечно же, в Верховный суд. Сказали, Нетаньяху должен назначить какого-то другого. Он не может занимать столько должностей. Нетаньяху взял человека, который в Ликуде получил на праймериз недавно первое место, то есть Израиля Каца, хорошего, так сказать, добротного министра, строителя, строителя дорог, и назначил его министром иностранных дел. Но Израиль Кац, увы, не Нетаньяху. И в первое же интервью, которое он давал, его тут же левые, так сказать, журналисты спросили, а что вы думаете по поводу вот Польши и их того, что они убивали евреев? И Кац, сначала он повторил фразу Нетаньяху, все было хорошо, он сказал, были поляки, которые убивали евреев, а потом он сказал совершенно ненужную фразу, сейчас у нас очень мало времени, поэтому не буду всю предысторию. Он сказал, поляки впитывают антисемитизм молоком матери. Это фраза, сказанная когда-то израильским премьер-министром Шамиром 40 лет назад, в другом контексте, в другой совершенно ситуации. Ее не должен был произносить министр иностранных дел Израиля сегодня, когда две национальные демократии, Польша и Израиль, пытаются дружить вместе с Америкой против ЕС, Ирана и прочих злодеев. И это, конечно, гордых поляков и тоже не очень дальновидных взбесило так, что в итоге сорвалась Вышеградская конференция, та самая, о которой мы говорили в прошлый раз, которая должна была проходить сейчас в Иерусалиме, она сорвалась. Поляки сказали, что не поедут, и в итоге все пошло прахом. То есть угробить отношения с Польшей Кацу удалось буквально за 10 минут. Сумеет ли Нетаньяху после выборов это все как-то распутать? Думаю, что да. Потому что поляки тоже понимают, что им не нужен этот скандал с Израилем. Более того, американцы, которые активно очень все это, вот эту дружбу выращивают, они уже постарались вмешаться и уже намекнули Кацу открытым текстом, что ему хорошо было бы извиниться за такое обобщение ненужное и обидное, и нечестное, и несправедливое. Кац пока забился куда-то в тень, его не слышно, не видно, и пока он не показывается, но и не извиняется. Вот, поляки тоже, так сказать, несознанки и бурчат что-то неприличное, так сказать, нехорошее. Подождем. Пусть пройдут выборы. Если Ликуду удастся снова сформировать коалицию, что-то подсказывает мне, что либо Кац не будет министром иностранных дел, либо, так сказать, он как-то покажет полякам, что он был неправ. Вот. И я очень надеюсь, что этот скандал ненужный и глупый, он будет разрешен. Пока что он нам принес срыв очень важной конференции, которая должна была состояться в Иерусалиме. Александр, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. До встречи.